Здравствуйте, в эфире телеканал НТ Новости 24 и коротко о главном. Число госпитализированных детей в Дагестане возросло до 42. Названа возможная причина отравления. Посоветовал чиновникам работать еще более старательно. Юрий Трутнев в рамках рабочего визита посетил инвестиционную площадку «Уйтаж». Дагестанские регбисты – лучшие на универсиаде. На родину вернулись победители всероссийских студенческих игр по регби, проходивших в Екатеринбурге. За минувшие сутки в Дагестане с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано 42 ребенка. Об этом сообщает Минздрав республики. 36 из них поступили из детских садов Махачкалы. Также среди них 4 школьника и 2 детей, которые не посещали детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек. Путь передачи инфекции предположительно пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В администрации Каспийска проводят выемку документов, сообщает ТАСС. По словам источника, экс-начальника управления имущественных отношений администрации города подозревают в хищении земельного участка. По предварительным данным, подозреваемый с октября 2015 года по декабрь 2016 составил фиктивные документы о проведении аукциона и завладел земельным участком площадью 935 квадратных метров. В Каспийске при выполнении строительных работ погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, строитель погиб во время выполнения высотных работ. В результате разрыва троса подъемного сооружения сорвалась и упала подъемная платформа, на которой находился рабочий. От причиненных повреждений мужчина скончался на месте. Следствие устанавливает виновных в происшествии. Зампред правительства России Юрий Трутнев раскритиковал работу в инвестиционной сфере Дагестана. Напомним, он прибыл в республику сегодня утром и успел посетить инвестплощадку «Уйтаж», а также морской порт Махачкалы. После обеда чиновники провели совещание в правительстве республики, беседовали по состоянию коммунальной инфраструктуры, по сельскому хозяйству и состоянию морского порта, обсуждали вопросы развития туризма и республики в целом. Трутнев отметил, что ждать высоких результатов мгновенно, преждевременно, поскольку Сергей Меликов едва заступил на новую должность. Тем не менее, федеральный чиновник заявил о готовности оказать поддержку в решении проблем развития республики. А проблемы есть, в частности, в экономической сфере, поскольку Дагестан занимает 80-е место по привлечению инвестиций. Федеральный гость остался крайне недовольным работой площадки «Уйтаж». Я сейчас не хочу разбираться, кто и почему плохо работал. Площадке 8 лет, а объем инвестиций сегодня половина от вложенных федеральных средств. Это, ну, скажем так, ничего красивого в этих показателях нет. Важнее выводы. Вывод простой. Надо не сейчас вот там всех подгонять, этим тоже придется заниматься, но при планировании таких вложений, при планировании таких площадок надо точно разбираться с каждым проектом. В РИО главы республики рассказал, как будет работать с выявленными Трутневым проблемами. Значит, вы мне задали вопрос, какие планы. Я вам сказал, что план нам определил руководитель страны, а вот корректировкой планов мы будем заниматься. И сегодня по линии экономического развития республики, скажем так, мы получили первый мастер-класс по корректировке тех планов, которые у нас уже есть. Мы от них не отказываемся, то есть то, что сделано, будет продолжаться и в вопросах промышленного развития республики, и в вопросах сельского хозяйства. Но нам очень серьезно нужно задуматься над такими перспективами, как развитие туристических кластеров, как развитие или использование морской акватории, развитие морского порта. И сегодня эти вопросы на совещании были обсуждены. Накануне в РИО главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с общественниками. Нового руководителя региона интересовало состояние дел в республике, в частности, это меры по борьбе с коронавирусом, проблемы незаконного строительства и экологии. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Борьба с коронавирусом и здоровье каждого дагестанца – главная задача на сегодня, отмечает Сергей Меликов. По мнению в РИО главы Дагестана, в период пандемии простые дагестанцы, представители общественных и религиозных организаций, доказали, что объединившись, они могут выстоять перед любой угрозой. Дагестан достойно ответил на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом достаточно достойно.
Поддержка федерального центра, а главное внимание президента России Владимира Владимировича Путина к проблемам Дагестана переломили тяжелую ситуацию, позволили достичь позитивной динамики снижения заболеваемости. Новый руководитель рассказал и об условиях, необходимых для эффективной работы в Дагестане. Немалую роль, считает Меликов, играет и общественная палата, которая является связующим звеном между властью и людьми. Общественная палата при этом должна тонко чувствовать и оперативно реагировать на проходящие в обществе процессы, выступать площадкой для введения конструктивного диалога власти с общественными организациями. Необходимо более эффективно использовать заложенный в этом институте потенциал для разрешения социальных конфликтов, предупреждения протестных настроений, снижения в целом социальной напряженности в обществе. Председатель Совета старейшин республики посетовал, что далеко не все чиновники являются профессионалами. Он попросил Меликова не торопиться с назначениями и немного присмотреться. Кроме того, Абдулла Магомедов призвал чаще посещать районы Дагестана. Как старший, прошу вас, не торопитесь. Вы сами сказали в своем аэропорту. Подождите немножко, сразу изучайте людей, знаете, посмотрите, кто чего стоит. Хотя бы 3 месяца там. Один квартал хотя бы, не сразу. В свою очередь, председатель общественной палаты Абдулмукмин Ибрагимов подчеркнул, что общественной палате удалось решить немало вопросов и сделать все, чтобы власть слышала о проблемах дагестанцев. Вместе с тем, Ибрагимов считает необходимым публичное обсуждение кандидатов в депутаты с обозначением их заслуг перед народом. По его мнению, общественность должна больше знать до начала выборов о кандидатах в представительные органы. Надо уходить от действующего формата, когда общество не знает будущего кандидата в депутаты, а фотография в крупном плане появляется по всему избирательному округу накануне выборов. Кто они? Какие их поступки и дела послужили основанием для выдвижения? Попросили Сергея Меликова обратить внимание на реконструкцию дорог, электрических и водопроводных сетей. Также общественник Булат Чанкалаев напомнил о необходимости сохранить Эльтавский лес и озеро Агёль. Будем сохранять. Будем делать все возможное. Ленинская администрация, лице Магомеда Алхасова делает все возможное. Администрация делает все возможное. Минприроды, общественная палата. Ну все неравнодушные люди. Давайте вместе соберемся, сплотимся, один единый кулак и сделаем все возможное, чтобы сохранить наши эти проекты. Далее мероприятие продолжилось в форме свободного диалога. Сергей Меликов согласился с важностью практически всех озвученных проблем и обещал по возможности начать их решение. Кроме того, руководитель региона пообещал, что такие встречи станут регулярными. Вот у нас есть председатель общественной палаты, есть представители других общественных организаций. Пожалуйста, обозначайте эти проблемы, и мы их будем решать. У вас как бы доступ прямой. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Льготники могут получить компенсацию на уплату взноса за капремонт в МФЦ. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку. Льготные категории граждан, которые платят взносы за капитальный ремонт в полном объеме, впоследствии могут получить возмещение части расходов. Воспользоваться таким правом могут пенсионеры и инвалиды, неработающие граждане, а также герои России, Советского Союза и совместно проживающие с ними члены семьи. Россельхознадзор продолжает работу в сфере контроля за качеством. Так, с начала года ведомство отозвало более 20 деклараций о соответствии на зерно. Проконтролировано 70 партий зерна, поступившего в регион общей массой 350 тысяч тонн. Из них в почти 120 тысячах тонн были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза. Проверкой было установлено, что продукт реализовался без необходимых лабораторных исследований. Виновные лица привлечены к административной ответственности. По выявленным нарушениям прекращено 221 декларации о соответствии на зерно и продукты его переработки. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В Махачкалу вернулись триумфаторы универсиады по регби. Мужская и женская команды из Дагестана завоевали золотые медали всероссийских студенческих соревнований, проходивших в Екатеринбурге. В аэропорту чемпионов встретили представителями спорта и Федерации регби. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова.
Эти золотые медали и кубки – результат кропотливого труда и слаженной командной работы, рассказывают регбисты. В уральской столице подопечным Магомеда Гаджимагомедова не было равных как в мужской, так и в женской части турнира. На студенческих играх оба коллектива представляли ДГПУ. Мы были, конечно, уверены в своих силах и не стали недооценивать соперников. И на финальную игру мы вышли с боевым настроем, что и помогло нам с уверенностью победить. Команда, естественно, была очень хорошо подготовлена, и к этим соревнованиям мы поехали, чтобы побеждать. И игры нам дались очень легко. Мы уверенно выиграли каждую команду. И не было ни капли сомнения, что мы проиграем. Разделить радость победы с чемпионами в аэропорт приехал замминистра по физической культуре и спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков. Он назвал успех регбистов историческим и выразил надежду, что спортсмены завоюют право попасть в состав сборной России для участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Все зависит от вас. Все зависит от вас, как вы тренируетесь, как вы относитесь к этому виду спорта. Ее надо любить, ценить то, что у вас есть. Сегодня большой результат, большой этот успех у вас. Ее надо еще дальше развивать. Я думаю, что для вас созданы все условия у нас в Министерстве спорта. На универсиаде в Екатеринбурге дагестанская регби заявила о себе во весь голос. Девушки уверенно прошли весь турнирный путь. В финале они с крупным счетом разгромили студенток из Кубанского госуниверситета. А мужчинам пришлось немного труднее. Сложная игра выдалась в полуфинале, где все решилось в дополнительное время. Мы долго шли к этому, никак не могли выиграть универсиаду. Мы постоянно попадали в тройку. Ну, на этот раз мы вернулись с новыми силами и показали на все, что мы способны. Была проделана большая работа в плане сборов, было проведено большое количество тренировок. Все девочки очень сильно старались и выкладывались на всех тренировках. Были сборы с другими командами, очень профессионального уровня. И это дало определенный результат, который сказался на этих прошедших соревнованиях. Этот сезон для дагестанских регбистов складывается весьма удачно. Одержаны победы на чемпионатах СКФО и УФО, а также на Кубке России по пляжному регби. Сейчас в планах небольшой отдых, а затем подготовка к очередному этапу чемпионата страны. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Всего доброго.